Друзья, всем приветик, с вами вновь Sony. В сегодняшнем видео по NFS мы с вами будем строить по просьбам трудящихся, так сказать, Subaru Impreza VRX STI. Очень много народа мне писало, чтобы я заценил эту тачку, что-то с ней сделал прикольный, покатался. И в принципе, чё, я-то не против, я люблю Subaru. Ну, правда, жалко-то, что тут, конечно, хэтч. Это, как по мне, один из самых, ну, таких средненьких Subaru в плане стайлинга. Но ничего, мы сейчас попробуем с ней что-то сделать прикольно, может быть, что-нибудь и получится. В общем-то, вот такой вот у нас автомобильчик. Раз прекрасный, кстати, так, сходу хочу сказать то, что мне нравится крышка капота и никаких деталей нет, да и не шибко-то и надо. Так, ребят, что мы тут имеем? Есть целый один бампер, он, кстати, ничего. Стоковый прикольный, но стоковый, кстати, даже брутальнее выглядит, как-то это даже странно. А тюнинный более такой элегантный, что ли. Вот, правда, черты субаровские исчезают и эмблема в том числе. Это не очень прикольно. А что у нас тут есть на готовых обвесах? Целый один. И мне он как-то вот, как-то так себе, честно говоря. Да, она становится широкая, все дела, но как-то что-то это не то. Так, у нас тут есть... Ой-ой-ой-ой-ой. Крылья. Можно, кстати, поставить вполне себе. Есть назад что-то, и назад есть крылья. Да, ребят, крылья мы ставим. Причем, давайте вот цвет кузова, как-то карбоновые мне не очень нравятся. Поставим мы, наверное, крылышки наперед и назад. Вот такого вот плана. А бампера, ну, как будет с этим бампером? Ну, как-то особой разницы нет. Ну... Так задороже выглядит, вот что не скажи. Жалко то, что эмблемы нет субаровской, но выглядит очень даже прикольно, поэтому я ставлю этот ништяк. Так, сплиттер. Конечно же, он несовместимый, да и не шибко-то и надо. И дефлектор. Их нифига, он там целый один есть и тоже нифига не совместимый. Ладно, дефлектор это такое себе. Изменить посадку, вот с посадкой самое интересное. Тачка раллийная, в общем-то. Ну, нет, в любом случае нужно что-то делать. Как-то вот даже крылья эти... Не пришейка были хвост, что называется, если честно, смотрятся. 7 на 8. Обязательно ставим порог. Порог выглядит очень даже ничего так. А вот с крыльями, сейчас посмотрим по посадке, ребят, надо ли ей это. Клиренс опускаем, оттопыриваем. Это у нас что, колеса вынимаем на фул. Явно на фул, не, передок даже слишком. Не, неплохо, да, колеса достали, смотрится очень даже. Давайте, наверное, что ли, развал ей сделаем. Или не надо, нет, не надо. VRX это не то, это не под дрифт. Эта тачка вообще больше... Подрали вообще, если так, так уж разобраться. Но поэтому нет. Не хочу делать развал никакой ей. Все, тут мы, в общем-то, все порешали. Фар нет, к сожалению. О, есть какие-то там боковые зеркала. О, да, нет. Да, вот эти вот зеркала мне нравятся. Такие тюнинные здорово выглядят. Так, капот нам не шибко надо. Все, ребят, здесь вроде бы как все. Можно поменять диски, но опять же, стоковый диск просто прекрасно смотрится на этой машине. И цвет правильный, и вообще все прекрасно. Так, задний бампер. Да, надо обязательно ставить, неплохо выглядит, очень даже элегантно. А есть какая-то там у нас звуковая система? А чё? Ха, крышка багажника и спойлер, вот. Вот что меня интересовало, кстати. Not bad же выглядит, чисто раллийная корчага получается. Но это не for speed, но вот этот вариант мне даже как-то побольше. А, это то же самое, только... Нет, не то же самое, разные антикрылья, вот я поставлю. Не, вы знаете, в обвесе она красиво выглядит, эта машинка. Только обязательно ее надо затонировать. Я вот смотрю, думаю, что-то не хватает. Тонировочку ей лепим и вот так вот не фул, как обычно, чтобы хоть чуть-чуть просвещалось. И так неплохо уже смотрится диффузор. Вот что ей точно обязательно надо ставить. Причем вот этот вариант очень даже ничего так. А чем отличается от стока? А, отличается. Так, незначительно. Вот этот вот, ребят, вариант мы ставим. И выхлоп. Выпуск. Он тут. А нифига нет, приколите. Даже... Задний бампер, ну, а, вон, сбоку. С одной стороны только выхлопная труба есть выбор. Так, ну, даже не знаю. Он прикольный, потому что даже видно он саму бочку сбоку. Здорово детализировано все. Чё бы такое выбрать? Ну, не знаю, по-моему, сдвоенные. Сдвоенный выхлоп на этой машинке смотрится как-то поинтереснее. Причем вот этот вариант ничего, правда, сильно выпирает. Слишком уж, вот. То, что доктор прописал. Скошено, не, такой нормальный диаметр, издвоено. Очень даже ничего смотрится. Такая именно реальная орлиная тачка получилась. И, ну, мне нравится. Не знаю, ребят, с дисками. Вот это вот у меня вопрос большой. В том плане, что... Как бы тут не for speed, не то чтобы много дисков. И я не уверен, то, что их стоит менять вообще. Потому что, ну, как-то они все одинаковые в основном на всех автомобилях. Хотя вот так вот большего диаметра, конечно, да. Выглядит вот верстейнер, что-то мне как-то в душу западает. Выглядит прикольно. Спицы на Subaru хорошо смотрятся. Тут, по-моему, что-то было. Тут этот самый есть. Ё-моё, как он там? Ваш нелюбимый. И любимый Восен есть спицевый, но он не очень быстро смотрится. Нет. СССР, так. Вот, Восен и спицы, но нет, нет. Фигня какая-то, это все.
не то. Хочется большего размера диск, но, блин, очень сложно ей подобрать что-то прикольное. Вот верстейнер мне как-то больше всего кажется и подходит. Вот, кстати, такой вот верстейнер. А ну так поржать, влепим. Это что у нас? В-в-в-в-в-в. 313, запомним. А размер же явно фул, да? Явно фул, да. Немножечко со стороны посмотреть. На это безобразие. Обязательно в золотой цвет субаровский. Не, ну да. На верстейнерах как-то позадороже. Посолиднее выглядит все-таки, да. Поприкольнее. Поэтому цепляем и назад такой же верстейнер. 313, я думаю, то, что доктор прописал, у нас будет. Так. Так, вот он, 313 верстейнер. Прекрасно. Так, дальше что мы имеем? Покрасить диски обязательно. Цвет, 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 цвет. Давайте что-то не, это как-то сильно ядовитое. Вот что-то там ближе к родному было ничего. Так, не, по-моему, надо выбирать цвет как-то самостоятельно. Вот таким вот макаром. Оттеночек, насыщенность, яркость. Вот. Вот, надо поймать субаровский цвет. Он такой немножко оранжевый. Может быть, да, насыщенность чуть-чуть добавим. Вот, что-то типа того. Это что, не-не-не-не-не-не-не-не-не. Как-то так, лак, разницы ошибка не вижу. Металл, тоже особо разницы нет, пусть будет тогда. С яркостью все нормально. Все, ребят, применить ко всем дискам. Прекрасно. Тут у нас все, я не знаю, можно поменять суппорт, хотя, честно говоря, особо не вижу смысла. Тормозной диск давайте возьмем с канавками. Кованые. Они ничего так выглядят. Суппорт не вижу смысла менять, тут и родной очень даже хорошо смотрится. Поэтому профита никакого не будет. Шины тоже не хочу, размалеванные какие-то. Давайте теперь на передок. Тормозной диск. Где он там? Суппорт, тормозной диск. С канавками. Все, ребят. Теперь надо подобрать что-то толковое у нас по винильчикам, по наборам. Но, честно говоря, вот так как есть, Subaru всегда выглядит офигенно. Вот всегда. Золотой диск, синий цвет, и нихера ей особо-то не нужно. Вот машина просто прям с завода выходит так, как надо, так, как мы любим. Но я все-таки посмотрю, что тут есть у нас. Мои готовые от общества. Есть что-то там у нас недавнее. Самое популярное, внимание. О, ха, никто даже не сомневался, то, что раллийные вот эти вот обтяжки будут самые популярные. Я вот даже и не сомневался, честно говоря. Монстровские тоже, кстати. Ken Block Edition, да? Да, Хуниган, только, ну, не знаю, не очень-то мне хочется Хуниган делать. Надо что-то делать прикольнее. О, ну как-то, как бы что-то в этом есть, но диски золотые сразу не канают. Ну, слушайте, а выглядит ведь ничего так. Вполне себе. Очень даже. Тогда диски надо, я не знаю, в красный цвет тоже делать, а не в золотой. Слушайте, мне даже понравилось, честно говоря, есть. Опять монстр. Сплошные монстр, сплошное ралли. А это что? Что-то GDM-овское. Давай, прогружайся. Няшечки там, вкусняшечки, покемончики, анимешечки. На Subaru, кстати, так неплохо это смотрится все. Так, а это чего? Тоже монстр, ну, что-то раллиное такое. Опять же, это, наверное, что-то из разряда реальных обтяжек. Очень их много, раллиных и монстр. Монстр раллиные. Все, на этом все самое интересное. А вот еще что-то. Это явно, видимо, с какой-то настоящей машины взято. Я не знаю, ребят, откуда это, не узнаю совершенно. Ну вот, честно говоря, мне нравятся такие вот обтяжки. Только та, по-моему, все-таки была как-то более подизвей. Как вы смотрите? Прикольно же. Кстати, а задний фонарь был, интересно, какой-то там нестоковый? Вот, такой вариант. Ну-ка. Где там оно, господи, в самом начале? Вот. Ну так, ничего. Вот, правда, крылья как-то немножко куца выглядят. Но сама задумка очень такая своеобразная. В общем, друзья, искал, перерыл просто не одну сотню обшивок. И все-таки вот это вот мне понравилось больше всего. Именно набор винилов, орлины. По-моему, для Subaru это 100% вариант. И нефиг даже париться. Конечно, были по-своему интересные, но спорные другие наборы винилов. Так будет она точно выглядеть солидно. И я не думаю, что кому-то в таком виде Subaru VRX не понравится. Потому что это исключительно раллийное авто. Так вот, ребят, что мы тут имеем? Надо немножко сделать ей конских сил под капот. 305 у нас имеет стоковая машина. Сейчас мы ее раскочегарим на плюс каких-то добрых 700, небось, где-то так. Сейчас посмотрим, что выйдет. Так, остался последний штришок в виде турбинки. О, 1011 коней. Так, как всегда, предпоследняя ей подходит лучше всего, да? Да. 379, кстати, максималочка. Ничего такая. Не самая низкая, честно говоря. Неплохо. Все, ребят, тачечка готова. Осталось только тут вот немножечко ее подпилить, как обычно, как все тачки. Я нашел оптимальное управление.
на все машины в этой игре, по крайней мере, лично для себя. А там кому как нравится, как говорится. Всегда в сторону дрифта, потому что... Если в дрифт не... Кстати, многие пишут, на кой хер ты делаешь все тачки в дрифт? А, да потому что, ребят, если не в дрифт, то иначе просто не соваться будет. Иначе, ну, машин... Ты никогда побеждать не сможешь. Тут тупо физика сделана так, что или дрифт, или ничего. Все, ребят, тачечка полностью готова. 1011 лошадиных сил, 379 максималочка обещает быть. Чуть более 2 секунд разгон до сотни. Ну да, полный привод это, конечно, вам не это, это солидно. А теперь можно куда-то там сунуться. Выходим назад. Там у нас-то карту можно, говорили мне, заглядывать можно. Типа, не выходя из гаража, но, по-моему, сосай. Лалка. Именно что сосай. Да. Ладно, понеслась. Так, погнали, ребят. Машинка просто песня. Надо гоночку какую-то. Так, ну... так вот, друзья, что у нас там? Кажись, я вспомнил. Кажись, мне нужно на 200-сильной тачке. Бляха, Субару не канай сюда. Ладно, поехали гоночку сейчас с Мелиссой и прокатимся. Где там у нас? Эдис Челлендж, предпоследний заезд, ребят. А, в принципе, кстати, у нас уже дело пахнет керосином. Дело подходит к концу. Сейчас будет у нас дрифт-заезд на Субарике. VRX, файт. Так, ну понеслась. Пейдж дау. Наваливаем. Попробую сейчас от третьего лица покататься, ребята. Там посмотрим, как зайдет. Предпоследний заезд, ребят. На Субарике. О, понятно. Тачка из разряда катается по диагонали. По диагонали. Давай. Это забавно видеть такое в Need for Speed, честно говоря. Понеслась. Твою мать. Неудобно немножечко. С видом от третьего лица. Что-то она как-то топорненько рулится. Давай, машинка. Давай. Больше угла. Больше палева очков. Ну, не то чтобы простая машина. Ну, понятно, тачка не для дрифта совершенно. Но она под джипхану должна хорошо подходить. Субару. Так, я даже не первый еду, приколите. Какой-то там чувак меня вздергивает по очкам. Давай. Вы видите, по диагонали ездит машина. Прикольно. Фух, ну я хотя бы по очкам пытаюсь кое-как вырулить. Бежай давай, Феррари. Мать твою. Давай. Пихалова лютая. У нас уже тут уже практически как в онлайне. Сложноватая машинка. Ну-ка. Как-то у нас вид меня. А ну так попробую. Так все-таки, что не говори, но тачка намного больше чувствуется. Прям в 100 раз. Не. Кокпит есть кокпит. Ну, ладно, тут капот, а не кокпит. Так кататься намного по кайфу больше. Прям оттормаживаться даже пришлось, ребят. Скользит просто жуть как. Давай. Добивай. Прям притормаживать надо, иначе борта будет улетать. Очень скользящий такой автомобильчик. Зато делаем всех на изи, как обычно. Ботов. Совершенно никаких проблем. Давай. Мало угла было и все, запортачил. Ну... Да, пацанчики, с двукратным разрывом. Предфинал мы проехали. Фух. 115 косарей. Рубанули. Нормальная машинка, но в онлайне, я так чувствую, на Субарике не камильфо будет кататься, сложно будет. Да прямо. Давненько я его таким не видела. Он сейчас очень сосредоточен.
А я как-то так, на расслабоне. Финал так финал. Ну что, ребят, поехали что ли финал проедем, этот EDS Challenge. Потому что, чтобы покататься с копами, нам тачку надо будет менять. Я так думаю, будет маза опять взять хачироку, как я на Xbox в прошлый раз проходил. Она явно не очень мощная, она просто идеально пройдет. Не, ну в принципе, с видом скокпита я неплохо катаюсь на этой машинке достаточно и неплохо так чувствую ее. Никаких проблем даже нет. А с видом от третьего лица, ну, качественно ездить геморройненько. Но эта машина заставляет работать газом. Здравствуйте. По крайней мере, на выходе из поворота газ в пол проехать очень проблематично будет. Потому что она, ну, скользит жесть как. Но нормально ведет себя на дороге. Хорошая машинка. Так, ребят. Чего там у нас? Выйти отсюда, господи. Зайти надо нажимать на руле, выйти надо нажимать Escape. Это Need for Speed. Так, ребят, final. Ярость Эдди. Ну давай, Эдди, покажи свою ярость. Так, ну что, Эдди? Понеслась, ребят. Финальный заезд. Эдис Челлендж. Ну, вот и большой финал с Эдди. Сейчас Эдди будет в такой ярости, что пипец. Готовься, Эдди. А, там еще и целая кодла у нас сзади. 23 километра, ребят, гоночка. Стоп, это у нас не та ли гонка, финал которая? А, это что, ярость Эдди у нас финал? Что-то я сомневаюсь в этом сильно, честно говоря. Ну да ладно. Пацанчики, вы там где вообще? Еду вообще не заморачиваюсь совершенно. Едем, наслаждаемся пейзажами, ночным городом. Ночной, как там он там? Вентура, из Вентура Сити. Оп, четенько прошли. И как-то получается на этой машинке ездить с видом, по крайней мере, от первого лица. Реально чисто. Реально прикольно. Воу, алло. Пьяная Субару немножечко. Машинка такая маленькая, вы знаете, этот хэтч, это просто хэтч счастья какого-то. Маленький такой бочонок. Оп. Маленькая, верткая, что еще надо? Здравствуйте. Прям вообще все ровно. О, меня тут даже кто-то нагоняет. Эдди, неужели это ты? Сплю нафиг нитро. Сколько поедет, интересно, максимум? Давай, даешь 300. 300, в смысле, 80 почти что. Без одного км. Здравствуйте. Немножко тупняк, конечно, есть, но это уже такое... Фишка Need for Speed, а точнее Frostbite даже. Вот на контрруль занос, видели, как долго она реагирует? Куда вот, куда? Траектория это пипец. Наркоманская. Было бы задороже, если бы сделали здесь, как в старых Need for Speed, тупо поперекрывали левые все проезды и файт. Было бы проще, и никакой траектории. Кто-то там какой-то Эдди все-таки сидит на хвосте, я вот вижу по карте. И прям нет, не хочет ни в какую отвязаться от меня. Где он там? Вон он. Ну ладно, я спалю нитро. Это Эдди, ребят! Ярость Эдди, ёпта. Так, что там? 379, 80, 81. Хорошая максимальная скорость у машины. Оу. Тихо. Прям максималка пипец, а Эдди все равно здесь. Эдди, отвяжись от меня, ублюдок. Разогнался он. Тихо. Давай, 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 больше, больше угла, больше угла. И опять же, ребят, чисто прошел, заметили? Субару, ты что делаешь? Сбогойствие? Need for Speed и чистая езда, это ж вообще невозможно. Бау. Опять же чисто, идеально проехал. Так, Эдди нас все-таки сделал. Немножечко, временно. Иди нафиг. Друг, товарищ дорогой. Маршрутик же еще взяли такой. Нескучный, прямо так и скажем. Че-то я не туда... Я не туда поехал! Ёб твою мать, я не туда поехал! Да как же ж так? А куда я заехал вообще?
жесткий слив. 8 км. Здравствуйте. О, вот это уже плохо. Вот это уже мои шансы на победу равны нулю. Офигенно. То, что я говорю, маршрут взяли просто жесть. Ну вот, блин, как траекторию не видно ни хера. Уже срать на ту чистую езду, блин. Так, где-то тут поворот. Поворот. Печалька. Печалька. Если бы я еще знал, насколько оторвались от меня эти товарищи, было бы вообще просто прекрасно. Потрясно было бы. Воу! Блин! Жесткий фейл. Третий позишн. Но, видать, ребят, я так уже и приеду. Вряд ли я их уже нагоню. Опять что-то не туда немножко, не на ту полосу вылез. Ну ладно, это уже мелочи. 4 км осталось. Ручник как слоупок какой-то. Его тянешь, и проходит время, пока он отреагирует. Подожди, я тут что-то вижу пацанов каких-то. Вижу второго товарища, нафиг. И вот он, Эдди. 3 км. Ё-моё, я его нагнал, да ну нафиг. Эдди, ты что, меня решил там подождать немножко? Или что было вообще? 2 км, внимание. Субару или Эдди? Сони или Эдди? Нахер этот скайлайн. Адьос. Даже не верится, честно говоря. Ну и прекрасно. Огонь. Еще и отрываться потихонечку начал. Правильно, Эдди, тупи побольше. Боты это вам не люди, конечно. Победа. Ярость Эдди. Эдди сейчас будет реально в ярости. Зато Эдди нам подгонит свой геттер. Что не может не радовать, в принципе. Где-то, кстати, еще должна быть тачка у меня. По-моему, позже дадут. А, единственная здесь... А... С неоном Lamborghini Diablo. Не помню чья, но надо будет ее выиграть. Скоро нам ее дадут, наверное. Subaru, ничего, машина реально стабильная. Но мне кажется, что в онлайне будет сложно на ней кататься. Хотя, чем черт не шутит, это больше от людей зависит на самом-то деле. А там такое дело. Так, ребят, нам надо менять машину. Нам надо менять машину на гоночке, но я не знаю. Есть маза сделать все-таки это потом. О, что расскажешь, Эдди? Нефиг, Эдди, нефиг, Эдди, тупить. Ладно, ребят, давайте, я не знаю, что ли, закрулимся на это видео. А, оставим на Хачироку, на АЕ-86, Тойотку эту, до 200 сил, тачка, от копов потягаемся. Причем, я так думаю, что я возьму ее вообще тупо стоковую, и на стоковой Тойоте потягаюсь. На Субарике этом я в онлайне с удовольствием сделаю катку, а тут какая-то железяка есть. Надо взять, пользуясь случаем. Вот. Попробуем. Не знаю, что с этого получится. Получится ли потягаться с пацанами. Так, есть, железячку взяли. Потому что машинка стабильная, сами видите. Располагает тому, что можно на ней чисто ехать на высокой скорости. Хотя это необычно. Она как бы скользит достаточно так. Немало. Вот реально немало скользит. Но и располагает как на чистой езде. Машина мне, в принципе, понравилась. Она мне как бы внешне, как я говорил уже, Subaru, так, 7 на 8. Но, в принципе, это такой прикольненький хэтч. Достаточно. Верткий, маленький. И приятный. На сегодня будем закругляться, ребята. Если вам понравился видосик, можете влепить лойсик ему. А в следующей серии пойдем в онлайне, как я говорил. Так что до скорых встреч, до скорых серий. Всем пока.